Так, что, Александр? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я писал вам ВКонтакте по поводу того, что вот я, если был крещен окроплением, и, ну, так как в детстве был крещен окроплением, и поэтому понимаю важность необходимости погружательного крещения, чтобы обязательно у человека было полное погружение. Вот, знаю, что у вас это возможно такое сделать, потому что где-то, допустим, в храмах своего города, я не знаю, где такое возможно сделать. А где вы живете? В городе Новокузнецке. Так это рядом совсем. Ну да, я знаю. 12 июля у нас будет крещение. Я вам маршрутку сброшу, но вы только подготовьтесь, бороду не задевайте. Угу. У нас да, то есть у вас в этом в 16 году будет 12 числа, потому что вы говорили, что в первое воскресенье после поста... После 7-го. А, после 7-го. Июля. Если 7 июля попадает на воскресенье, значит 7-го. А если не попадает, то в первое воскресенье. Понятно. То есть в 16 году будет 12 июля, да? Ну, как согласно календаря, я так смотрел. То есть, ну а как вот мне нужно готовиться и так далее, вот потому что я знаю, что у вас строгие требования, строгие правила вообще как к оглашаемым и так далее. То есть вот... Ну, наши правила, они истекают из Священного Писания, из канонов церкви, из жития святых и из канонов. Но я вам сброшу приблизительные вопросы. Вот сейчас поговорим, я прямо в скайпе вам внизу дам. О крещении у нас столь много сказано, что просто берите, считайте, смотрите. Да, ну вы мне уже сбрасывали, если, по-моему, 7 вот таких пунктов. Я отвечал вам ВКонтакте на эти вопросы, и вы мне вот предложили позвонить вам. То есть, ну, это было, правда, месяц назад, я не мог, к сожалению, вот раньше позвонить, вот только сейчас у меня появилась возможность, потому что у меня там со скайпом были проблемы. Вот поэтому я сейчас вот дозвонился до вас. Я видите, ВКонтакте не бывает, там модераторы работают, они на форму перекидывают на наш. Я отвечаю, они снова отводят. Ну, понятно, спасибо, Игнатий Тихонович. Но много вопросов у меня к вам нету, не хочу отнимать ваше время. Как бы. Просто что, вот в следующий раз, когда мне вам позвонить, что, ну, то есть, вот. А вы в следующий раз сначала зайдите письменно, стукните внизу, я увижу, я вам скажу, свободен или нет. Угу, понятно. Вы приготовьте вопросы, может быть, у вас есть друзья, кто-то вместе подойдите, работайте. У нас благовестие стоит на первом месте. Вы другим возвещаете об истине. Вы зайдете на наш сайт, если вы не были там. Там все наши книги. Вы найдете для себя там ответ на почти на любой вопрос. Сайт. А с сайта легко переходить на форум, на YouTube. То есть у нас огромные материалы, ресурсы просто невиданно большие. Я уже смотрю их достаточно давно уже на YouTube. Я смотрю ваши... Ну, ваши... Надо знать болезнь, прежде чем лечить ее. Так, подождите минуту. Говори. С миром, сестра. Хорошо, я принял, помолимся. Так, ты по тому же вопросу с машиной, да? Ну, с Богом, давай, потом дашь знать. Сейчас я заканчиваю разговор и сразу в молитву уходим. Так. Вы вопросы записывайте где? Ну и потом, если Господь позволит, мы все это разрешим. Сейчас, как только мы закончим говорить, я тут скину вам. И вы это все себе скопируете там как-то, не в одном даже экземпляре сделаете, сохранить, чтобы. А от вас Темиртау далеко? Темиртау, ну, я знаю, что у вас там знакомый Михаил Кальмаев ваш, да? Да, я к нему хотел бы... Если что-то есть, он поедет, то вы можете прицепиться и вместе приехать. Ну, да, вообще я работаю, у меня график сутки через трое, вот я летом на лето возьму отпуск 2 недели, я бы мог, а вот, ну, не знаю, в другие время, я не знаю, смог бы я к вам приехать, потому что я работаю, у меня график сутки через трое, я надолго отлучаться не могу, у нас только в отпуска, только отпускают с работы, и все, больше нет. Вот. Ну, Темиртау, это, конечно, где-то часа, наверное, 3, наверное, где-то так вот, примерно, езды. Вот вы с ним поближе будьте знакомы и как-то время свое сведите к тому, что было свободно, когда он поедет. Он на крещение каждый год приезжает. И каждый год он приезжает с новыми людьми к
кого-то готовят, привозят, а они крещение принимают и уезжают. Понятно. То есть ему, я знаю, что он есть ВКонтакте, я знаю, что он есть также в Скайпе, то есть просто с ним созвониться, может быть, по Скайпу и поговорить, что вот вы мне предложили... По Mail.ru можете зайти, по Скайпу, Mail.ru, мой мир. У него страничка есть. У него свой даже канал есть. Вот так. Тогда все, да? Да, все, спасибо, до свидания. Спасибо, Христос.